Строительство в регионе идет по-прежнему быстрыми темпами. За 9 месяцев в области построено 5860 квартир. Это порядка 3,5 сотен квадратных метров. Для сравнения, это больше, чем в прошлом году, на 7% с лишним, сообщили в Кировстате. В основном такой рывок в строительстве произошел из-за массовой многоэтажной застройки в областном центре. С начала года только в Кирове построено в 1,5 раза больше домов, чем за первые 9 месяцев года прошлого. Стадионы в России переоборудуют. Владельцев стадионов обяжут в течение 1,5 лет обеспечить безопасность зрителей и действий фанатов внутри спортивного сооружения и на трибунах во время футбольных матчей. Для этого необходимо будет перестроить и оборудовать внутреннюю инфраструктуру, закупить камеры, а также нанять профессиональную охрану. Юных кировчан приглашают нарисовать редких животных. В Ханты-Мансийске объявили о начале международного проекта «Красная книга глазами детей». Он реализуется под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Участниками могут стать дети от 6 до 17 лет в номинациях «Живопись», «Фотография», «Эссе», «Поэзия» и других. Как напомнили в Департаменте экологии области, конкурс актуален для Вятского региона. В этом году в свет вышла «Красная книга Кировской области».